Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Томас, и сегодня мы продолжаем наше приключение в игрушке Subnautica. Что это за херня там? Это птица? Может, это меня ищут мои собратья с другой планеты? Может, они нашли нашу Аврору? Не, ни хрена подобного, это какой-то мусор. Короче говоря, друзья, нашел я серебро себе для того, чтобы построить себе, как вы помните, в прошлой серии, в конце я сказал, что я хочу построить. Я хочу построить анализатор фрагментов, и для этого мне нужно было серебро. Ну, то есть для того, чтобы сделать комплект проводов и так далее, компьютерные чипы, бла-бла-бла-бла-бла. Сколько тут крафта, сколько тут всякого крафта. И, кстати, ребят, не так уж сложно было найти серебро. Если знаешь, где его искать, то несложно его находить. Вот, а я теперь знаю, где его искать, черт возьми. Давайте сделаем комплект проводов. Пока будем его делать, я расскажу, где искать серебро. Я всегда думал, что серебро, то есть в этой игре, именно в Subnautica, оно, ну, где-то на стенах так же, как и титан, как сказать, растет. Ну, я имею в виду, искать его нужно где-то в пещерах и так далее. Но ни хрена подобного. Оказывается, серебро нужно искать на дне морском. На дне морском. Типа того. Так, что мне еще нужно было сделать? Подождите. Электроника, комплект проводов я сделал. Компьютерный чип. Мне нужен кварц и образец коралловой плиты. Слава богу, что все это у меня есть, друзья мои. Давайте сразу все это сделаем. Электроника, компьютерный чип. Так, так, так. Хорошо. Взято компьютерный чип. Хорошо. Так. Хорошо, да? А, два титана еще. Ну, еще один титан, потому что один у меня есть. Окей. Хорошо, ребят, давайте строить анализатор. What the fuck? Че это за маленькая херовина? Обалдеть, ну давайте поставим ее куда-нибудь сюда, что ли. Окей. Вот это вот маленькая херовина, и из-за нее я вот так вот мучился. Анализатор фрагментов пуст, зажмите Е для разборки. Зачем? Нет. Так, а как? Что тут делать? Что тут делать с ним, с этим анализатором фрагментов? А, понял, понял, понял. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Где у нас фрагмент мотылька? И положим сюда фрагмент мотылька. Так, а может 4 фрагмента мотылька нужно? Ну, то есть там... Там ведь 4 отсека. Давайте попробуем. Анализатор. Анализ фрагментов мотылька. X4, 18-22%. Окей, пока это все делается, давайте посмотрим, что мы еще там хотели сделать. Я хотел сделать штуку, с помощью которой я, скорее всего, как я думаю, смогу сделать себе глайдер, или как-то так он называется. В общем, давайте посмотрим. Размещаемые объекты, вот он. Переносной сборщик транспорта. Мне нужна смазка и энергоячейка. Смазка и энергоячейка. Окей. Энергоячейка. Нужна силиконовая резина и две батареи. Батарея делается из кислотных гриб. О, разблокировано чертеж мотылька. Ух ты, ну-ка, а как? А где чертеж? Как этот чертеж делать? Где? Где мотылек? Эй, мотылек. Ну и где? Нет мотылька никакого, нахрен. Размещаемые объекты, может быть, здесь. Оборудование, инструменты, сорочный аппарат, бла-бла-бла-бла-бла. Фонарик, оборудование, баллон, ласты, ребризер, аптечка, труба. Не, мотылька нету, значит, мотылек все-таки это реально транспорт. И... Для того, чтобы этого мотылька замутить нам с вами. Вот, кстати, у меня еще была серебряная руда. Да пофиг, пригодится потом. Нам с вами нужно сделать что? Давайте снова посмотрим. Господи, как же тут много крафта, а? Энергоячейка. Нужны две батареи. Нужны, короче, 4 кислотных гриба нам нужно. Пойдемте, пойдемте. Они тут рядом растут, недалеко. Сейчас мы со всем этим разберемся, ребят. И потом, в следующих сериях, скорее всего, мы будем с вами уже путешествовать по всем этим просторам, шикарным океанским просторам, глубинам морским. О боже мой. Вы, кстати, не представляете, насколько тут... Ну, хотя нет, вы ее представляете как раз-таки, это я не представляю, наверное, насколько тут красивый мир. Ну, по крайней мере, вот на эти 500 метров, ну, то есть вокруг на 500 метров я плавал, и мир, блин, тут такой охрененный, такой разнообразный. Вот это всего лишь на 500 метров вдаль от станции. Господи, что с моим языком? Я даже не знаю, как пару слов связать. Боже мой, нужно прекращать мне играть.
Так, батарея. Две батареи сделал, силиконовая резина теперь нужна. У меня, по-моему, где-то была силиконовая резина. Даже если нет, мы возьмем с вами кварц и замутим силиконовую резину. Блин, как приятно аж самому вот это все знать, а? Ну, то есть, вы, наверное, наблюдаете сейчас. О, нихрена себе, он откуда? Блин, о, нифига себе, как он научился-то с прошлых серий. Вот такие дела, ребят, такие дела. Силиконовая резина. Давайте замутим силиконовую резину сейчас. Силиконовая резина. По-моему, там даже две силиконовые резины нужно будет сделать. Ну, хотя, ладно, нам пока что одна хватит. Стоп, как одна? Нет, нам нужно две силиконовых резины. Иди сюда. Угу. Ресурсы. Силиконовая резина. Словно силиконовая долина. Но только... силиконовая резина. What? What? Что за херню он несет? Кто-нибудь остановить эту машину? Машину по генерированию тупых слов, блин, и идей. Так, основные материалы, энергоячейка. Хорошо, энергоячейку мы сделали. Что еще нужно помимо энергоячейки? Так, титановый слиток и смазка. Всего лишь-то. Смазка, кстати, по-моему, у меня для смазки все есть. Ну, то есть, где-то смазка, 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 смазка. Смазка. Смазка? Смазка. What the f... Где смазка? Где хреново смазка? Основные материалы. Титан. Титановый слиток. Силиконовая резина. Хлорная известь. Магний. Свинец. Эмалированное стекло. Литий. Хорошо. У меня есть пыльца рыбы-бомбы. Подождите, может быть как-то здесь нужно смазку делать? Хотя нет, что за херня-то? Блин, по-моему, я где-то видел там смазку. Ну, то есть, что ее можно делать, смазку. Так что давайте сейчас не будем тупить, ребят. И сейчас как-нибудь что-нибудь придумаем, я думаю. Так, что нам нужно? Давайте... возьмем 4... А, стоп, у меня же есть титановый слиток, нахера нам? Давайте титановый слиток этот возьмем. Электроника. Окей, ребят, давайте, когда я все сделаю уже, я с вами свяжусь. А, желтые семена в водорослях. Вот как делается смазка, точняк. Мне пришлось, ребят, сейчас в инвентарь залезть. Ну, желтые семена, вот они у нас недалеко. Очень хорошо, ребят, кстати, что я даже сам того не зная, выбрал отличное место для базы. Вокруг меня есть все. Так, хорошо. Думаю, этого хватит. Думаю, этого хватит. Кстати, нам надо рыбку поймать какую-нибудь. Потому что еды-то совсем нету. Ну-ка, где у нас там рыбки? Поплыли, ребят, поплыли. Сейчас ловим рыбку, кстати, и... замутим ее. Потом замутим смазку, и все. И у нас готова та херня, для которой... Ну, то есть, которая нужна для того, чтобы машины себе крафтить какие-нибудь. Так, ну рыба в основном там, где всякая травка... Всякие растения, растительность. Поэтому рыбу будем искать вот где-нибудь здесь. Кстати, у меня очень-очень мало хп, поэтому... Мне бы, мне кажется, выложить бы это все, а? Да, я думаю, я не успею. Поплыли, ребят, назад. Сейчас я все это выложу в ящики. Главное назад, блин, успеть. Вот, я это все выложу в ящики и... Ну, сдохну. Чтобы это все не пропало, я это все выложу в ящики. В общем, да, типа того. Есть, все, я сделал смазку. И как видите, ребят, чем больше... Ну, то есть, когда у нас в инвентаре разная хреновина лежит, то появляется и рецепт из этой хреновины. То есть, в этом вот... Господи, как это называется-то? Изготовитель. В этом изготовителе. Так, окей, смазку мы сделали. В общем, теперь, ребят, давайте просто положим эту смазку, положим... Давайте выпьем эту воду. И все. И будем ждать. Будем ждать нашей смерти. А потом... А потом, 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 ребят. О, кстати, вот, смотри... Ой-ой-ой-ой-ой.
Ой-ой-ой, это вот они рецепты, которые в этом, в этой хрени. В анализаторе фрагментов, вот они рецепты из анализатора фрагментов. Обалдеть, мы можем мотылек сделать с вами. Стекло, смазка. Мы можем сразу сделать мотылек с вами. Давайте так и замутим. А как он будет летать-то, на чем? Блин, даже не знаю. Давай, сдыхай уже, чувак, давай сдыхай, а мы пока подумаем. То есть я пока подумаю, делать ли нам мотылек или сделать нам сборщик транспорта переносной. Окей. Итак, вот я снова с вами, целый невредимый, ну только 50% еды у меня. Ну да ладно, мы это сейчас все исправим, если сделаем с вами мотылек. Но давайте, ребят, думать, нужен ли нам сейчас мотылек, или лучше сейчас, пока есть возможность. Так. Ух ты, у меня ничего не пропало. Обалдеть. Или лучше сейчас, пока есть возможность. Значит, пропадают только ресурсы ценные, типа титанов, кварцев, кварца и кварца. И так далее. Ну, то есть серебряная руда, все, все ценные ресурсы пропадают при смерти. А вот эта вот херня всякая не пропадает. Окей, круто. Так, ребят, давайте посмотрим. Что же нам лучше сделать сейчас? Мотылек? Или переносной сборщик транспорта. Изготавливает транспорт из сырья. Вот циклоп есть еще. Широкоиспользующаяся подводная лодка. Ну это вообще, это просто жесть, наверное, какая-то. Это мы, наверное, в будущем с вами лучше замутим циклоп, ребят. Титановый слиток, смазка и энергоячейка. Ну, так, а здесь тоже энергоячейка. Два стекла, смазка титана, три. Давайте замутим мотылек нахер. Хотя нет, нет, давайте замутим переносной сборщик транспорта, а мотылек замутим потом. Тем более в переносном сборщике транспорта будет еще, наверное, что-нибудь интересное. Вот, и как раз, может быть, там будет, будет то, что я ищу. То есть такой вот типа глайдер, за который нужно двумя руками держаться и плавать. Вот, и как раз мы посмотрим, на чем он работает, как он работает. И уже будем знать, что делать с этим мотыльком. Ну, то есть нужно начинать с чего-то попроще. С чего-то попроще. Переносной сборщик транспорта. Титановый слиток, смазка, энергоячейка. Погнали. Где наши титановые слитки? Смазки, смазка, смазка, энергоячейка и титановый слиток. Обалденно. Давайте крафти теперь себе эту херню. Так, зачем я сюда зашел вообще? Можно же вот так вот сделать. Или нельзя? Ха, что, думал, крутой, что ли? Нельзя так сделать. Размещаемые объекты, переносной сборщик транспорта. Окей. Взят переносной сборщик транспорта, окей. Окей. Нужно находиться в воде, чтобы... Окей, нужно в воде это все делать. Разложите сборщик транспорта. Ух ты, давайте песок прокопаем. И где-нибудь вот тут вот замутим сборщик. What the f... Обалдеть. Прокопали, блин, песок. Ну-ка, пойдемте посмотрим, что это такое за штука вообще. Что это за штуковина и что с ней делать. Ух ты. Клево, она типа на воздушной подушке. Ой-ой-ой, какие прикольные штуки. Подняться. Ой, ой, ой. Ой, не нужно было так делать. Так, давайте поднимемся. Хорошо. Использовать сборщик транспорта. Транспорт. А, это вот. А, блин, мотылек и циклоп. Вот, видите, у нас теперь только... Ну, то есть я имею в виду два транспорта, которые мы можем делать. Но мы и без этого могли делать эти два транспорта. Черт возьми. Значит, я зря просто-напросто потратил энергоячейку, которую мог потратить на мотылька. Черт. А хотя, может быть, этот сборщик транспорта, он, скорее всего, чинит транспорт. Или там бензином заправляет, или еще чем-нибудь. Хотя где отсюда? Блин, где тут бензин? Откуда тут бензин? Нахрен. Ладно, короче, ребят, давайте спускаться. Сейчас мы замутим еще одну тогда энергоячейку. Так, что там нужно для энергоячейки? Ресурсы, электроника, энергоячейка. Две батареи и силиконовая резина. Отлично, у нас есть все эти ресурсы. Все круто. А, силиконовая резина, да, еще? Так. Одна, по-моему, силиконовая резина там нужна. И медная руда. Медная руда, медная руда. По-моему, здесь. Да, вот она, медная руда. Отлично. Давайте мутить. Электроника. Так, батарея. И батарея 2.
Все, а, и теперь нужно силиконовую резину замутить, и все. То есть все довольно просто, если ты знаешь, что делать. Если ты знаешь, как это все делается, все довольно, ребят, вообще просто, просто легко. Я просто, блин, как, не знаю кто. Так, энергоячейка. Угу, все, у нас есть энергоячейка. Теперь мы можем, что, анализатор фрагментов, не-не-не-не-не. Нам нужен что? Нам нужен мотылек. 3 титана и 2 стекла. Угу. Теперь забираем весь свой, наверное, титан. Сколько там? Сколько для титана? А, по-моему, 4. 4 титана, ой. А, нет, стоп, титан... Я думал... О, господи, я перепутал с титановым слитком, нахер. Все, тогда получается, нам нужно сделать стекло. Сейчас 2 стекла и все. И это, ребят, все. И это, ребят, все. И у нас будет сраный мотылек, на котором мы будем разъезжать просто по морским глубинам. И это будет так охеренно. Я просто, блин, ребят, я просто предвкушаю. Понятно? Я просто предвкушаю всю эту херню. И да, мы можем сделать мотылька. Поплыли наверх, наверное. Сделаем мотылька вот рядом с этой нашей платформой. Рядом вот с этой хреновиной. Кстати, ребят, вот эти вот звуки, которые вы помните в прошлой серии, я такой, ну, начал серию, типа, из-за того, что я испугался всяких звуков. Это все... Это не страшные звуки, ребят. Это... Ну, точнее, звуки-то страшные. Я имею в виду, те чуваки, которые эти звуки издают, они не страшные. Это обычные... Обычные такие зеленые с огромной жопой в виде... В виде, блин, какого-то шарика, который еще пердят ядом. Господи, что я несу? Ну, то есть тут есть такое... Типа рыбина такая, она плавает, такая огромная, мерзкая, и у нее хвост такой, как будто шар. Еще когда к ней подходишь, она пердит каким-то газом ядовитым. В общем, примерно как я. Так, ладно, транспорт, мотылек, мы можем сделать мотылька, давайте мутить мотылька. Так. Я сделал мотылька? О, what the f... Ой-ой-ой-ой-ой, ребятушки, у нас с вами мотылек есть. Мотылек, нахрен мотылек. Выйти. Не понял? Что? Enter Siamoth. Siamoth? Siamoth? Насколько я понял, ребят... А, во... А, значит, тут энергоячейку нужно будет менять. Окей, понял. Насколько я знаю, ребят, Siamoth — это новое дополнение какое-то. То есть, значит... Раньше этого мотылька не было, что ли, получается? Обалдеть можно. Ну-ка. Да, врезаться нельзя. Энергия 99, энергия 96. Обалденно, ребят! Просто охренеть, вы взгляните на это. У нас своя собственная подводная лодка. Осталось узнать, как сделать себе какой-нибудь, не знаю, ангар или... Ну, как это называется-то? Даже не знаю. В общем... Да, осталось только придумать, как сделать что... Вот это... Тихо-тихо-тихо-тихо. Куда этот Siamoth, я имею в виду, ставить и... где его заряжать, то есть, чтобы как-то... Бац, пришвартовался. Типа того... Короче, порт нужно сделать для Siamoth этого нашего с вами. Так, энергия 96. Хорошо, значит, нам нужно будет как можно больше энергоячеек замутить. А пока что, ребят... Нет, давайте, наверное, сейчас мы не поплывем. Сейчас мы выйдем из этого Siamoth. Оставим его где-нибудь вот здесь вот. Выйдем из него. Чтобы не тратить ни энергию, ничего не тратить. Вот, и, наверное, ребят, закончим на вот такой вот шикарной просто ноте. Я не знаю, это, блин, это... Посмотрите на это, этот Siamoth, да, светит, только, блин, почему-то я не вижу фар. Ну, то есть света, который мне в глаза бы светил. Обалдеть можно, ребят, серьезно. Я кстати, слышал, что такое Siamoth, это новое какое-то дополнение вышло. Ой, то есть новое обновление вышло в Subnautica, Siamoth называлось. Но я и не думал, что это как бы Siamoth, это мотылек. И его довольно-таки просто собрать, что самое главное.
Такие дела, ребят. Давайте тогда до следующих видео. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайк, чтобы показать мне, как вам понравилось это видео. Если оно вам не понравилось, то ничего не ставьте, просто пройдите мимо. Если оно вам понравилось так уж сильно, то поделитесь ими с этим видео с друзьями. Я буду очень рад. И давайте, ребят, до следующих видео. В следующем видео мы с вами будем исследовать морские глубины. Я вам обещаю. Давайте, ребят, до следующих видео. До следующих видео.